Итак, наш MC Гоша хочет достать карту. У меня простое. Сначала Гоша. Гоша, говори. Я здесь. Итак, уважаемый Раш. Как Спайдермен. Уважаемая Ирина. Ты прочитай просто, пожалуйста. Раша, можешь взять карту. Неординарная двойка в комиксах и в жизни не заставит вас скучать. Оба танцора обязаны делать в своем выходе все, что придумают наши MC. Ну, то есть ты. Да. У меня тоже есть. Итак. Очень простое. Мне нужна история любви по треку Асаи. Да. Оба выхода. Мы любим друг друга. Пожалуйста, я вам объясняю. Я просто уже читал. Или закрой глаза. Сейчас я объясняю еще раз. Представим так, что вы в двух разных комнатах, вы поссорились. И вы только что вот разошлись, ушли по своим домам, по своим квартирам, пришли домой, и вы дома должны вот сейчас нам показать, что с вами происходит. Давай не подосай. Трек нежный. Да, нежный, это Веном, включи просто нежный трек какой-нибудь. Раш начнет. Раш. Ира, ты потом после. Но в конце Раш должен присоединиться, и вы вместе должны уже что-то сделать. Это 3, это 2, это 1. Добро!
зовущие до конца теперь. Как? Карта. У меня карта. Ира, бери карту. Можешь использовать все равно. А раз что, нет? Может, Гео теперь подаст. Я напомню, что у Гео точно такая же карта, как у меня. Да, я так и буду делать. Красавчик. Я-то об этом же и думал. Окей, у меня такая же карта, как у Гоши, но у меня задание такое. Вы будете делать, что хотите, а я буду это говорить. Короче, вы там... Слушай, давай вообще можно... Не, можно какую-нибудь медленную музыку. Спокойно, фоновую медленную музыку без слов. Есть любой трек? Какой-нибудь, да. Ровный. Любой. Ровный прям вообще, не, чтоб не перебивал меня. А меня невозможно перебить. Я буду говорить, да? Окей. Кто начнет? Ну, чуть. Карта Ураш. Так. Нейтральная карта. Карта. Джунгли, Африка, лес, среда обитания пантеры. И он переносит батл в среду своего обитания, где выигрывает самый сильный хищник. Оба танцора танцуют, изображают животных. Спасибо, просто! Ты мне тему дал! Чуть-чуть потише музыку, чтобы меня было слышно. Прикольно, да? Йоу. Кто же начинает? А. Да, окей. Я маленькая черепаха, короче. Я в лесу жила долго, но этой ночью я такой иду по джунглям и вижу крестик, а там его нет. Ну что же, здравствуйте, здесь, йоу. Я, короче, такой пытался сесть на шпагат, но не получилось, потому что я всего лишь черепаха. Я тут быстро, черепаха сюда, слишком быстро. Черепаха флэш в розовой майке. Вот такая жопа у меня, да. Я жопочная черепаха, черепаха большущая, тверд. Я превращаюсь в водичку, и непонятно, что за животное, я на самом деле из планеты Нептун. И я вот так вот стоять могу, и мне это помогает в шоу-бизнесе. И сейчас мне это помогает выиграть все. У меня и полвач, голубая кофта, кепка, кроссовки. А ты никто, да. Я тебя расцарапываю, задам тебя. И вот так вот возьму, вот так и медленно выстрелю. Иди куда несет меня моя жизнь, потому что я татер. Вот так татик, вот черепаха татик, татик черепаха. Я убиваю танцем, а от вашего страха. Йоу, мой фристайл заходит тебе в уши, я танцую вот так, ты меня лучше послушай. Потому что я пингвин худой. Опа, танцую, прыгаю, как перенелом, а вот так вот ногами перемещаю в разные стороны, но они у меня короткие, поэтому я не могу ничего с этим поделать. Я кружусь, верчусь, я летать хочу, я тебя, слышь, пасти, сейчас замочу. Я вот такое вот, вот такая вот на голосу, дальше, пьяная бухая косю. Я вот тяну за волосы, ну да, но я пингвин. И мне пофигу, слышь, киндер-пингвин я люблю, киндер-пингвин я люблю, киндер-пингвин, киндер-пингвин, киндер-пингвин я люблю, киндер-пингвин, пингвин, пингвин, я, ага, превращаюсь опять в кокон. Я, еще дать аплодисменты, кто Раша опять стал диджеем.